24 мая 2001 года. Остров Град-Свияжск празднует 450-летие с момента своего основания. Сегодня ходила вот в тот храм, прикоснулась руками к стене и подумала, что вот этих людей, которые строили этот храм, их уже давно нет в живых. И не только этих людей, но и их внуков и правнуков нет в живых. От этого, не знаю, такое чувство возникает. Впрочем, сам праздник долгое время был предметом ожесточенных дискуссий. Татарский общественный центр выступил против отмечания этой даты, посчитав возникновение русской крепости в XVI веке началом гибели Казанского ханства. Ну, это, в общем-то, оскорбляет национальное чувство и историческую память татарского народа. Это равносильно тому, что если бы сейчас в Германии стали проводить, допустим, какой-то юбилей, взятие Брестской крепости, представляете, и там фестивали песен по этому поводу устраивать, что бы сказала Россия по этому поводу? Мы можем ли праздновать, убили кого-то, а его праздновать? Уничтожили татар, Казань татар, это праздновать. Тем не менее, здравый смысл восторжествовал, и несмотря на пасмурную погоду, Свияжск отметил круглую дату концертом фольклорных коллективов и фестивалем малинового звона профессиональных звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.